Почему мы можем говорить о цивилизации? Есть только древнетюркская цивилизация, есть только один признак цивилизации, который заставляет нас говорить о том, что к этой границе, границе тюрки подошли, они создали собственную, оригинальную, нигде-то того не существовавшую письменность. Это письмо оставалось тайной для европейских ученых, хотя они отдельные надписи находили, до 1891 года, когда русский ученый Николай Михайлович Ядринцев нашел в Монголии, в Северной Монголии, там, где были ставки тюркских каганов, две огромные четырехметровые стелы с трех сторон, покрытые тюркскими руническими письменами, а с четвертой имевшей китайские надписи. Открытие произвело фурор в тогдашней научной среде. Наконец-то 200-вековая тайна будет разрешена. Наконец-то появится тюркский шампальон. И действительно такой шампальон появился. Им стал датский лингвист Вильгельм Томсен и вслед за ним русский академик Василий Васильевич Радлов. Именно они, Томсен, впервые нашел ключ к чтению этих письмен, а Радлов первым перевел их на европейский язык. Он перевел их сначала и опубликовал по-немецки, для того, чтобы это могла прочесть вся потрясенная открытиями научная Европа.